От факультета теплоэнергетики инженерного университета резкий переход к наукам йоги и аюрведы. Сувар Суварян, учитель йоги, аюрведы и рейки, искал ответы на многие вопросы. Именно в этот период своей жизни он открыл и нашел свой дальнейший жизненный путь. Он отмечает, что после трансформации тела и разума полностью поменялось восприятие жизни. Сувар со своей супругой основал студию Самадхи Йоги. Их мечта – распространить йогу по всем регионам Армении.